Новий навчальний рік лише розпочато, а діти вже скаржаться на те, що погіршується зір. І як же виправити ситуацію і зробити так, щоб очі надовго залишались здоровими, знає лікар-окуліст Ірина Тернопільська. Дуже рада бачити сьогодні вас у нашій студії. Будемо говорити про дитячий зір, про те, як же зберегти очі здоровими. Останнім часом діти скаржаться і справді на те, що у них погіршується зір. З чим це пов'язано найбільше? Самая распространенная патология в детской практике, в офтальмологии, это нарушение рефракции, это близорукость, дальнозоркость, астигматизм. И занимает этот процент таких нарушений где-то 65%, от 50 до 65%. Самый распространенный тип нарушения рефракции – это близорукость. И близорукость занимает большую долю из всех нарушений оптики именно в детском возрасте, так как близорукость может начаться в любом возрасте. Она бывает с рождения, бывает в школьном возрасте, бывает в более молодом, после 19 лет. И поэтому, если появляется близорукость, она никуда не девается, ее необходимо коррегировать. И каждый третий школьник заканчивает свою школу в 11 класс с какими-то нарушениями оптики. Кожен третий школяр – це дуже високий показник насправді. І чи можна сказати, що це лише в Україні так? Нет, безусловно. На самом деле, если мы берем население Евразии, такие как Китай, Япония, там 100% пациентов имеется близорукость. То есть такая вот распространение. Они все. А почему? По всей вероятности, у них связано непосредственно письмо, да, вот их написание, их язык, их написание как бы иероглифы, то есть имеют зрительную нагрузку на близком расстоянии. И плюс работа, которая тоже связана с мониторами, и именно специальность людей, которые связаны с расстоянием, с близким расстоянием по своей профессии, и предрасполагает к тому, что оптика, близорукость является лучшим выбором человечества для данной специальности. Тобто навчилось людство коригувати зір. Происходит такая вот эволюция. И в принципе вже ни для кого не секрет, и немає ніяких здивувань, якщо у вас знайшли близькозорість, і ви можете просто знати, що у вас такий діагноз. Але ж батьки занепокоєні, діти також, особливо якщо це стається в молодому віці, хочеться не допустити, хочеться зробити так, щоб дитина мала можливість в окулярах не ходити, тобто і нічого не робити зі своїм зором, не носити контактні лінзи, там, так, не оперувати очі, а просто бути здоровою. То чи можна це зробити, якщо в дитини, наприклад, тільки починається близькозорість? От ви сказали, що не можна нічого зробити. Чи є, можливо, вправи, чи щось, що зупинить процес? На самом деле, если мы говорим о таком диагнозе, как близорукость, если такой диагноз ставится, то, к сожалению, нам нельзя не назначать коррекцию, имеется в виду очки окуляры или контактные линзы. Так? Да, и в детском возрасте имеется выбор такой. Это очковая коррекция, контактные линзы дневные и ночные линзы, или так называемая ортокератология, которые сейчас занимают значительное место в практике и у людей, и взрослых. Если это касается нарушение оптики, такое как астигматизм, который превышает там 1,5-2 диоптрий. Астигматизм связан с неправильной формой роговицы, которая, собственно, тоже передается по наследству. Здесь тоже нельзя не коррегировать астигматизм, иначе мы получим снижение зрения, которое не будет коррегироваться, и кто-то будет страдать тогда социально сам как бы пациент. Если же это касается вопроса дальнозоркости, потому что когда ребенок рождается в норме, он имеет 3-4 диоптрии, он рождается с такой дальнозоркостью, и в мере роста глазного яблока она уменьшается, приходит к эмметропии к норме, и если превышает такая дальнозоркость больше нормы, ее можно действительно исправлять, коррегировать, которая может с ростом глазного яблока уходить, тогда ребенок потом в дальнейшем не пользуется очковой коррекцией. То есть в этих случаях можно как бы дать какой-то шанс для того, чтобы ребенок не пользовался очками. Если же речь идет о близорукости, поэтому для родителей это тоже важно, потому что всегда родители
настроены для того, чтобы пациент не носил, их ребенок не носил очки. Даже в Европе, ну, в странах Европы, если близорукость четверть диоптрии, то всем стараются назначить очковую коррекцию. Существует такой вот принцип лечения. Потому что если ребенок не досматривает или пациент, глазное яблоко тянется быстрее, и близорукость прогрессирует быстрее. Угу. То есть некоррегированная близорукость быстрее прогрессирует. А в нашей стране стараются назначать очки с диоптрией минус 1. Но мы тоже ориентируемся на объективно на остроту зрения. И существует профилактика, да, профилактика существует. То есть назначается специальное аппаратное лечение или зарядка для того, чтобы укрепить глазные мышцы. Если мы укрепляем, расслабляем аккомодацию, которая участвует в зрении, тогда мы можем не получать дополнительных стойких спазмов, которые будут приводить к прогрессированию близорукости. То есть мы можем говорить о том, чтобы замедлить прогрессирование близорукости. Но так как пациент растет, и если близорукость, например, появилась в дошкольном возрасте, то есть ребенок идет уже с диоптриями минус 1, то, безусловно, когда ребенку будет минус 10, будет 10 лет, то, безусловно, такая близорукость может быть достигать 3-4 диоптрий. То есть здесь мы не можем как-то влиять, так как растет глазное яблоко. И близорукость связана с тем, что именно ребенок или пациент, как бы он получает в наследство тот размер глазного яблока, который есть у его родственников. Мама, папа. Если мама и папа в очках имеет близорукость, то пациент, конечно, ему вернейше, будет, что у него будет близорукость. Поэтому мы можем здесь профилактически говорить, что обратите внимание, что если кто-то из родственников имеет близорукость, поэтому ребенка нужно показать как можно быстрее офтальмологу в дошкольном периоде. Что тоді офтальмолог може порекомендувати? Ну, наприклад, ви знаєте, що, наприклад, у вашого чоловіка чи у вашої мами, наприклад, так, були проблеми з зором, то вам одразу ж, можливо, треба щось робити. І, ну, безусловно, то есть речь йде о зрительной нагрузке, да? Речь йде о зрительной нагрузке, поэтому ограничивать, особенно дітям дошкольного периода, то есть осмотр на передачі или там дополнительных мультфильмов, фильмов, то есть на мониторах, потому что очень часто легче всего дать ребенку мобильный телефон, включить мультик, и мама занимается своими вопросами. То есть даже у ребенка, который нет такой наследственности, лучше этого не делать и ограничивать, и смотреть за режимом осмотра таких вот мониторов. Зараз и справді малесенькі, а вони вже сидять от в телефонах і скрізь, тобто вже в них як в крові, вже настільки звикли. Прогрес. Так, настільки звикли вже до цього. А в мене питання, чи справді останнім часом більше дітей страждають на близькозорість? Чи вони ж всі мають контакт такий от постійний з телефонами і не виходять звідти? Тобто дійсно так і є, даже приходять батьки з дітьми і кажуть: "Скажіть йому, пусть он не играет в телефон 3 часа подряд". Безусловно, тогда дело в том, что дети не чувствуют зрительной усталости, они забывают моргать, поэтому возникает синдром сухого глаза, и они легко могут просидеть за монитором 2, 3, 4, 5 часов. Поэтому здесь как бы ребенок, понятно, что он должен думать, он должен понимать о том, что нет необходимости сидеть так много. Это имеется в виду, даже не зрительная нагрузка не связана с учебой. И хотя и учеба у нас большой процент занимает в режиме, да, самого школьника, а для того, чтобы делать перерывы. То есть если он посидел 30 минут, значит, надо встать и делать перерывы между зрительной нагрузкой. Або хотя бы подивитися туди, кудись далі, так, не в монітор. Перевести взгляд. Так, щоб очі трошки відпочили, перевести погляд. Да, да. Бо то ж взагалі страшне, коли діти тільки те й роблять, що так от общаються, да, на одній відстані. Так, колись читали книжки і теж говорили, що це навантаження для очей, зараз воно ще більше, і вони так швидко дуже перелистують. Тобто, справді, серйозні навантаження отримують очі, і немає можливості для того, щоб перевести погляд. Так, діти не відчувають, батьки розуміють, що щось не так, але вже часу немає, або немає контролю над дитиною, або дитина просто тримається за планшетом чи за телефон і не хоче його віддавати. Є ще і такі випадки. Правда.
Коли батьки не авторитет для своїх дітей. Ну, це проблема как бы распространена среди всіх дітей, да, і родители в основному заняты на роботі, поэтому родители, ну, они бы не против их контролировать, но это нужно как бы то, что называется, говорить со своим ребенком. Это мы говорим на осмотре у врача, об этом говорим, об этом есть передачи, все что угодно. Но если ребенок не коррегируется очками, даже если у него близорукость, тогда тот же монитор, та же книга будет подноситься все ближе, и это расстояние также влияет больше на зрение в связи с тем, что устает больше глазная мышца, если у ребенка будет коррегированное зрение, и тогда текст или монитор будет отодвигаться. Ага, а на какие відстані найкраще читати або ж тримати чи телефон там, чи ноутбук? Ну, считается, что если мы работаем письменно, да, за книгой, то есть это 33 сантиметра от книги, скоррегированные, да, оптика. И если это касается монитора, тогда расстояние увеличивается до 40-50 сантиметров, ну, 40-45 сантиметров от монитора, и чтобы монитор желательно был чуть выше глаз. А яскравість екрану впливає на те, як дитина потім буде сприймати зором те, що вона бачить? Безусловно, то есть, ну, сейчас как бы монитори современные, контраст достаточный, освещение должно быть, то есть не нужно бояться смешения дневного и искусственного освещения. Це вже не проблема, так? Да, не нужно этого бояться, потому что должно быть достаточное освещение для того, чтобы не было дополнительной затяжной нагрузки и адаптации к тому, что темно. Но зачастую бывает, когда мы заходим в комнату к ребенку, включен свет, и вот есть освещение мобильного телефона, а в мобильном телефоне знаки уменьшены, они маленькие, значит, нагрузка возрастает, поэтому уже не знаю, что лучше. Лучше, конечно, чтобы наш ребенок читал книгу в данной так, ситуации. Так, тобто світло вмикаємо, и только тоді мы можем да. с телефоном працювати. Да, определенное время, да. Так, а якщо вимкнене, то краще взагалі вимкнутий телефон. Да, контраст возникает между светлой частью и темной, и это увеличивает зрительную нагрузку. Колись були так, от, скажімо, модними, так, перфораційні окуляри такі, так, окуляри з такими дірочками, які нібито виправляли зір. Так? Чи зараз вже спростили їхню дію, чи користуються ще й досі? Ні, їх оставили. Ці перфораційні очки, вони основані на ефекті діафрагмування, який пропускає через маленькі отверстия, как бы дозирує световой поток. И поэтому видно лучше, четче. Ограничиваются лишние зрительные световые аберрации, скажем так. И поэтому такие очки назначают пациента с близорукостью слабой степени при зрительной нагрузке. То есть он работает с монитором, с книгой, смотрит телевизор. Такие очки действительно назначаются, но если нужно, необходимо учитывать зрительную функцию ребенка. Если, например, у ребенка 40%, да, 40-50, тогда мы назначаем такие очки. Если у пациента 3-4 диоптрии, например, и острота зрения 1/10, поэтому такие очки мы уже не назначаем, потому так. что он все равно будет плохо видеть. В данной ситуации они не убирают близорукость. Эти очки, они улучшают зрительные функции для работы на близком расстоянии или вдаль. Тобто, 3-4 метра. Это только для того, чтобы вы сейчас попрацювали, а саму проблему вони они не решают. Не вирішують. Они не решают. Ось, я хотела запитати, от справді, чи щось є у нас? От і черниці, кажуть, треба їсти. І вітаміни треба вживати, і дуже багато вправ треба робити в надії на те, що у дитини покращиться зір. Чи справді, якщо ми зробимо увесь комплекс, то наша дитина буде бачити краще. Або навіть і дорослі люди, можливо, вони теж мають таку надію виправити положення своє. На самом деле, чому назначається вітамінна терапія, там антиоксиданти, лютеїн, це всі препарати дуже полезні для, ну, для всіх как бы, людей, які мають або не мають нарушення зрительной функции. Но особенно это важно для близорукости, если имеется амблиопия, снижение зрения не коррегировано, так как витаминная терапия питает сосудистую оболочку глазного яблока, и таким образом не нарушаются те процессы, которые могут возникнуть, дегенеративные процессы в глазном яблоке, которые длиннее, чем необходимо при норме. Так как глаз длиннее, сетчатка разрежена, она больше растянута, она тоньше, и поэтому по периферии такая сетчатка нуждается в питании. И в данной ситуации специально выпущенные да, в
фармфирмах мы видим специальные препараты. Лучше покупать препараты специально для детей по возрасту, там с 3 до 12 лет. С 12 лет другие существуют препараты. Они собраны, все микроэлементы, лютеин и другие необходимые добавки, которые необходимы для данного возраста, для данной близорукости. Черника – это очень полезный препарат, но чтобы получить тот эффект лечебный, необходимо съесть очень много килограмм. Поэтому существуют такие вот препараты, их рекомендуют. И как профилактика других заболеваний макулярной области, есть такие заболевания в более старшем возрасте, после 40-50 лет, существуют другие заболевания у взрослых, которые профилактически рекомендуют принимать такие препараты, которые содержат лютеин, витамины, такие как А, Е, С, витамины группы В. Это действительно является профилактикой для заболеваний, которые возникают в старшем возрасте. Ну и для детей, потому что возникает меньше дегенеративных изменений в глазном дне, которые приводят к более худшим осложнениям после близорукости. Потому что если есть дегенерации, существует такое грозное заболевание, как отслойка сетчатки. Если глаз тянется, он большой, поэтому у пациентов с высокой близорукостью, больше дioptрии, запрещаются физические упражнения и контактные виды спорта для того, чтобы было меньше сотрясений для тканей глаза. Так, тобто ми таким чином просто робимо профілактичну дію для себе, так? Якщо вже не можна нам виправити те, що сталося, ну, я маю на увазі близькозорість, то ми можемо просто покращити інші форми, інші види, щоб ми не хворіли в майбутньому, наприклад, так? Або щоб не було додаткових хвороб, які могли би нам завадити, так? А з приводу хірургічного втручання, дуже зараз багато роблять операції. І, в принципі, можна виправити ті ж самі проблеми хірургічним способом. Чи можна дітям робити операції? Коли глаз росте, то не проводится хирургические лечения. Мы имеем в виду лазерные, эксимерлазерные хирургии, которые исправляют близорукость. Для этого необходимо пациента обследовать, безусловно. Операции не делаются до 18 лет. И наблюдение такого пациента желательно 2-3 года, чтобы степень близорукости или астигматизма была стабильная. Если стабильные результаты, тогда можно проводить такую операцию после 18 лет. В детском возрасте операция эксимерлазерной коррекции не проводится, так как растет глазное яблоко. Чекають, так? Чекають, поки вже все буде сформовано в дитини і тільки потім можуть виправити, так? А який коррекція. Відсоток позитивних, ну, я маю на увазі, чи всі вони 100% проходять добре? Если пациент правильно проведено обследование, проведены правильно расчеты, потому что очень большое значение имеет толщина роговицы для проведения эксимерлазерной коррекции, степень близорукости. Кроме эксимерлазерной коррекции существуют другие коррекции. Это фокичный иол, специально ставится такой иол перед, за радужкой перед хрусталиком, который исправляет оптику. Это касается больших степеней рефракции или астигматизма. Существует рефракционная замена хрусталика, если диоптрии невозможно провести эксимерлазерную коррекцию. То есть существуют методы коррекции после 18 лет. Существуют. Ну и если правильно это все подобрано, то результаты по эксимерлазерной коррекции все положительные. А в нашем месте зараз є теж багато центрів, які займаються саме цими питаннями, і не треба їхати за кордон, чи не треба їхати до іншого міста, щоб все зробити тут, так? Да, безусловно, существуют, стоят хорошие машины в центрах лазерной коррекции в нашем городе, все доступно, и доктора имеют достаточный опыт для проведения обследования и отбора таких пациентов. Справді, можна говорити зараз про те, що наша медицина з кожним роком вона набуває нового досвіду, і люди, які колись страждали, наприклад, від астигматизму, не знали, що з ним робити, як його коригувати, бо дуже важко було підібрати навіть собі лінзи, контактні лінзи, це взагалі було складно, так? То зараз це все можна виправити хірургічним способом, маю на увазі, так? Да, ну, да, на сегодня, да. Единственное, что необходимо расчеты, насколько позволяет выполнить данную операцию у данного пациента, потому что у всех разные параметры, физические, математические, мы все разные, поэтому мы имеем разные природные данные. Да, пані Ірино, ну от наостанок хотілося б, щоб ви звернулися до батьків, до дітей, які ну, от не думають вони, що їхні очі треба берегти. Будь ласка.
Уважаемые родители, не забывайте обследовать своего ребенка. Когда ребенок рождается, безусловно, необходимо его смотреть у офтальмолога в 3, в 6 месяцев, в 12, потом в 3 года и обязательно перед школой в 6 лет, для того, чтобы вы не встречались с теми проблемами, когда ребенок пошел в школу. Берегите зрение у вашего ребенка для того, чтобы он получил полную інформацію від цього прекрасного світу. Я вам дуже дякую, пані Ірино. Справді, стільки всього ми почули сьогодні, отак протягом 25 хвилин дізналися про все, що стосується очей, особливо дитячих очей. І я так сподіваюся, що діти наші будуть здорові, будуть дивитись світлим і чистим поглядом, світлими очима на цей світ. І хочеться, щоб вони поменше сиділи в комп'ютерах, поменше сиділи за телефонами, а трошечки піднімали очі нагору, так? Безусловно. Дивились на зорі, дивились на небо і раділи цьому світові. Дуже хочеться, щоб всі ви були здоровими. Ну, а зараз ми завершимо нашу програму. Дякую, що були з нами. Це була програма «Fresh». До побачення.